Удача, сила, эффективность, отдача, тоже неплохо. Огнеупорство, Вот о, вот! как она это делает. Она реально на бочку только что запрыгнула и из бочки к вам прыгнула. Я это только что своими глазами наблюдала. У нас черепахи вместе с самами тусуются в закрытом загоне. Она только что такая, хоп, сюда на бочку, такая, а я сюда к ламам хочу, такая, хоп, и к ламам проп... И вон они втроем уже там, смотри. Мы-то просто каждый раз удивляемся. Мы же просто этих черепах изначально отпустили нафиг. Ну, то есть мы наплодили очень много черепах и подумали то, что на кой фиг они нам нужны. Они выросли, дети уже взрослые, 18 дней, это как годиков у людей, вот. А мы их отпустили, чтобы они пошли нафиг зарабатывать деньги. А потом мы каждый раз, когда заходим в игру, мы удивляемся, каким образом они вот тут появляются вместе с черепахами. Ну там... все, я запалила их, я сама видела, как они это делают. Нашли лазеечку такую маленькую и сюда забираются. Ладно, Катюха, ты готова делать то, к чему мы готовились все это время? Все эти там да. 300 с хвостиком серии выживания, готова, да? Готова, но только мне нужно тебе кое-что показать. Показывай. Я надеюсь, ты готов? Я надеюсь, это ничего такое не запретное? Нет. Пшеницу? А, нет, вот. Ну и на кой фиг ты себе сделала розовый щит? Ну а зачем я тебе делала тогда вот это российский, а себе украинский? Ну я хотела розовый, ты сказал, сделаешь в следующей серии. Я ей сказала, я и сделала. А где российский твой? Да вот российский никуда и не девался. Ну, вот ладно. Розовенький и российский на все случаи жизни. Ну хорошо, а сейчас подойди. Ну, сюда подойди. Я не тебе, я ему. Подойди сюда, еще ближе. Вот так. Ты же помнишь, в чем заключается суть вот этой вот рубрики? Что я тебе говорил в самом начале, в первых же сериях? Какова цель этого сезона выживания? Мы его закончим только тогда, когда Катя научится всему, что можно делать в Майнкрафте. А всему я подразумеваю все. Логично же. Поэтому в этой серии мы решили с Катюхой то, что мы будем заряжать криперов. Кать! Ой! 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 Она, ты подожди, ты до серии сделала зелье отравления? Как тебе им отравить-то? Никак! А, тебе нужно было порох туда добавить, чтобы можно было кинуть его об землю. А зачем я это сказал? Она сейчас реально же порох добавит. Катя, блин, ты дубососи. Я хотела пранкануть тебя и кинуть в тебя зелье отравления. Вы смотрите, она до серии сделала зелье отравления, чтобы меня им отравить. Но не получилось в этот раз, не получится в следующий. Это же Катя, она нубососина. А, в общем, иди сюда, Катя, иди сюда. Подожди, сейчас. Да, не надо в меня зелье бросать, иди сюда. Я хочу довести дело до конца. Ладно, мы подождем, хорошо, да. Так. Да в пипуку это все, в пипуку! Не умею, все, не буду. Ты такой тролль, ты себя, мне кажется, больше отравила, чем меня даже, Кать. Ай, блин. Все, ладно, давай дальше продолжать, я ничего не умею. Екатерина, доставайте ваш тризубец. Вот засовывайте его, пожалуйста, в соус зачарования и посмотрите, на что вы его можете зачарить. Ну, вот на 30 уровень. Так, я могу на пронзатель 4. Нифига себе, тоже нам не нужен пронзатель. Выкиньте, дайте я посмотрю, на что я могу зачарить ваш трезубец. Ну, держи. Только верни потом. Спасибо. Смотри какой. Пя! Ой! Улетел. Так, и вот так. Оп, да ну нафиг, именно на то, что нам нужно, громовержец!
Так, зачем он нам нужен? Подожди, так я же тебе уже сказал, что мы будем делать в этой серии. Так, подождите. Громовержец и прочность 3. Давай сюда скорее. Подожди, подожди, у нас же еще была одна книга на починку, а у Кати уже очень сильно сломан трезубец, поэтому это, Кать, это последняя книга на починку, и она достается только тебе. Я прямо сейчас беру и прямо сейчас ставлю вот сюда, вот так. Это твоя последняя книга на починку, все, все остальные следующие будут мои. Пошли. Бить кого-то можно им, например, тебя? Можно, отлично. А вот сейчас наша с тобой задача. Мы просто сидим, пердим, ждем ночи. Ночь уже началась. Ждем тогда, когда начнется дождь. И вот когда начнется дождь, тогда и начнется небольшой такой эпик. Совсем небольшой. А что будет-то? Атомные взрывы будут. Ну вот, дождь твой пошел, гром гремит, и земля трясется, и все вот на свете произошло уже. Давай уже быстрее рассказывай, что надо делать. Что ты там хотел? Мне нужна просто поляна, которая будет находиться дальше от нашего дома. Садись и погнали. Давай, садись, быстро, быстро, быстро. Почему далеко от нашего дома? Чтобы вот эти криперюги, которые будут немножко заряжены батарейками Duracell, чтобы они не взорвали к чертовой бабушке весь наш корабль. А нам с тобой, Катюха, нужно будет затащить в одну яму крипера, зарядить его. После этого нужно будет к нему затащить туда зомби и скелет. И вот тогда... Крипер сел, что ли? Так, так, в смысле сел? Куда сел? Ну, ты говоришь, зарядить его нужно. Его от батарейки или от розетки? Ну, типа того, от розетки мы его зарядим. Нифига, смотри, куда молния шандарахнула. Вот куда-то вот сюда. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Короче, Катюха, твое задание, твое задание. Отвлекай всех остальных. Не бей, 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 не бей. Не бью. Крипер, сзади крипер, сзади крипер, сзади крипер. Отвлекай, 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 отвлекай. Да не взрывайся, ядри... Чё? Да, стой, ты спайдермен вонючий, ёханый бабай. Так, всё, стой здесь, пописяка, стой здесь, стой. Да я стою. Да не ты пописяка, вот это пописяка. Отстань. Вот, ты скелета хочешь? Да, всё, вот это. Как ты выбрался, ёханый бабай? Нет, какой-то цирк. Тебя колотить. Отвлекай, отвлекай, отвлекай. Всех остальных отвлекай, отвлекай. Да как я могу отвлекать? Да подожди, я подожди, здесь. подожди. Да, да тебя сейчас крипер взорвет. Тут. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Короче, тебе нужно... Как... Это опять какой-то стресс. Миша, крипер! Миша, крипер, да подойди сюда. Катя, иди сюда, подойди ко мне. Да быстро, я боюсь. Быстро. Ну да подойди. Да беги ты этого крипера. Подожди, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Так, все, один зомби есть, зомби есть, зомби есть. Сейчас нам с тобой нужно найти еще одного крипера и запиндолить его вот сюда вместе с зомбарем, понимаешь? Да сейчас найдем. Да как меня скелет-то столкнул? Подожди. Все, стой там, стой там. Ужас. Ай, скелетики. На! На! Приветики, скелетики. Мисс Крипер, подойдите, подожди. Вот я наверху сейчас заманиваю мисс Крипер. Иди сюда. Это реально стресс, я не думал, что это будет так сложно. Сейчас главное отойди, чтобы мистер Крипер не взорвался. Убей вот этого скелета, который стреляет меня. Убей. Сейчас убью. Ёханый бабай! Подожди. Убей. Бью. Мистер Крипер, сюда, пожалуйста, ко мне. Толкай его как в яму. Иди, зайди сзади мистера Ски, зайди сзади него и толкни его. Да помоги ты мне. Ёперный кандибобер, да убивает этих скелетов проклятых. Так ты это самое, этот крипер-то взорвал зомби, конечно он его взорвет, они же там рядышком находятся. Подойди сзади к зомби и толкни его в яму, только не мечом, а рукой. Рукой толкни его в яму, толкни. Сейчас, поняла. Игорь, иди сюда. Давай. Да, толкни его там в яму, его там. Все, молодец, пускай он стоит там. Сейчас нам нужен еще один этот чертовый мистер Крипер, которого мы не... Это будет сложно, которого мы никак не можем сюда затащить. Смотри, действуем по плану. Ко мне подходит мистер Крипер, он агрится на меня, а ты сзади него подходишь и толкаешь его в яму. Все понятно? Хорошо, ладно. Все, разобрались с планом. Отбивай всех других монстров, я буду туда тащить мистера Крипера. Мистер Крипер! Мистер Крипер! Иди сюда, мистер Крипер! Подойдите. Убей зомби, помоги. Здесь, который рядом с тобой? Да. Сзади меня еще три зомби, еще один скелет. Нифига себе!
Меня сейчас убьют! Давай, давай ко мне, давай ко мне, давай ко мне! Пройдемте, пожалуйста, пройдемте, у нас там вкусненькие печеньки есть! Ой! Вкусненькие печеньки! Мистер Крипер, за мной, пожалуйста! За мной, за мной, за мной! Вот я ему сейчас набросаю туда вкусненьких печенек. Вот там вкусненькие печеньки! Катюх, подходи сзади, толкай его! Подожди, подожди, подожди! Рано, рано! Толкай, давай, 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 давай его сейчас, давай его сейчас, давай его сейчас! Толкаю, толкаю! Рукой давай, прям! Давай, правый, да, левый! Да, да любой, хоть башкой! Толкай, толкай! Сейчас, сейчас! Ой! Сейчас, 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 сейчас. Еще, еще один зомби. Давай, 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 подходи, подходи, так. Беги, 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 давай. Да, 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 так, догони ты его уже, догони. Да почему мистер Крипер бегает быстрее, чем ты? Вот, все, все, все. Отойди, 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 ради всего святого на этой планете. Подожди, отойди, ничего не делай. Все, короче, смотри. Вот сейчас возьми в руку вот этот трезубец и кинь его в мистера Крипера. Кинь его. Сейчас. Зайди с другой стороны, с другой стороны зайди, чтобы тебе было виднее. Бросай, прямо в него бросай. Давай. Да зачем ты упала? Зачем ты, Катя, вы... Я за Петей пошла за трезубцем. Зато он так хорошо шандарахнул, то что все же башка зомбаря выпала. Да! Да? Да, первая башка выпала, нам еще нужно скелета сейчас будет добыть. Да фу, я не хочу больше это делать. Вытираю пот с лба своего, потому что, чтобы убить одного зомбаря, точнее трех зомбарей вместе с Катей, потребовалось очень много времени. Но он прям так знатно шандарахнул, прям очень хорошо. А как это потом мне посмотреть на записи, да, может будет видно, то я ничего не видела. Потом на серии посмотришь, как он шандарахнул. Давай, попади, 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 давай, опа, не попал, не попал. Кать, делаем то же, подожди, подожди, делаем то же самое, только со скелетом. Заманивай скелета, заманивай, заманивай. Вот так, подожди, 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 подожди. Заманивай его сюда, сейчас он подойдет, толкай его. Подожди, подожди, сейчас он подойдет, сзади него встань. И толкай, толкай, толкай. Все, молодец, сам упал. Вот ты дурак, конечно. Сейчас тот же самый план, только с мистером Крипером. Подожди, сейчас он будет здесь. Толкай, толкай! Толкай! Да нет, не в другую сторону толкай, а в меня толкай! Давай, подойди сзади и толкай! Он не толкается! Так ты сзади него обойди, ты не догоняешь его даже в этой жизни, Кать! Да ударь ты его рукой, не толкай с собой, а рукой ударь! Господи! Ты туда уже, блин! Что за круги, блин, вокруг ямы? Не буду я с тобой в эти игры играть, мистер Крипер. Да обойди ты его с другой стороны. Вот, господи помилуй, аллилуйя. Всё? Так, бить? Кидай, 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 кидай. Кидай. Все? Видишь, это называется... А! Это называется заряженный вот этот. Взрывайся. Вот он шандарахнул, конечно. Так, башка выпала? Выпала башка? Выпала башка? Выпала! Выпала башка, дай мне, Кать! Дай мне, дай мне, дай мне. Еще чё, еще чё. Так, вылезай, 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 если вылезай. Если бы не я, ничего бы не получилось. Если бы не трезубец, который мы с тобой выбили в предыдущей серии, вот тогда бы ничего не получилось. Кстати... Дай мне пошку скелета. Подожди, мы же в предыдущей серии для Кати выбили крылья и трезубец. Да-да, кстати, вот мой трезубец, а вот мои крылышки. Если хочешь, посмотри в прошлой серии, как это было. Вот подсказочка, тыкни на нее, если хочешь увидеть, Катя выбила трезубец. Это же ты выбила трезубец, вроде ты. Я. Ну вот, она выбила. А прокатит ли то же самое, только с Крипером? То есть, если Крипер взорвет Крипера, как ты думаешь? Давай больше не надо, дай мне голову скелета, я ее примерю. А давай все же мы с тобой попробуем, пока дождик не кончился, а? Я еще хотела кое-что попробовать, то, что подписчик написал в комментариях. Подожди, подожди, это будет очень быстренько. Главное заманить вот сюда еще одного криперочка. Причем есть громовержец? Как мне вызвать гром? Ну, то есть ты можешь ударять молнией монстров только во время дождя. Вот когда ты бросаешь трезубец в кого-то, сразу же вызывается молния, понимаешь? Только и... Нет! А-а-а! Да в смысле?! Я хотела проверить. Иди ищи криперов давай. Тихонечко, тихонечко. Обегай, обегай, обегай. Неужели ты доперла, как это делается? Сзади зомби, сзади зомби. Отойди, отойди, отойди. Сейчас нужно, чтобы вот это пописяка взорвало. Отойди, отойди, отойди. Не бросай, да зачем не бросай.
А что сделать-то надо? Сгоняй быстренько домой и притащи, пожалуйста, зажигалочку. Она в сундуке там. Беги, беги, а, давай. Сейчас. Быстренько, быстренько, давай. Дом в другой стороне. Вот в той. Еще раз в другой. Беги, 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 давай, 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 давай. А, о, вижу маяк, все. Взяла? Я тут, да, вот, держи. Выбрасывай, выбрасывай, да, выбрасывай. Сейчас на всякий случай прыгни в яму, чтобы все было хорошо. В смысле прыгнуть в яму? Да! Выпало, ёханый бабай, у нас три башки с тобой! Вы себе даже не представляете, как мы напотели, чтобы выбить эти три чертовы башки. Кать, смотри. Башка зомби. Смотри, я красавец у тебя. Да, вообще классно. После этого череп. Да зачем в меня-то бросал? Смешно. Черепушка, а надень сейчас свою. Надень криперушка. Так. Оп, как я тебе? Красавица. Просто настоящая красавица. Я миссис Крипер. Миссис Крипер и мистер Скелетон. Здравствуйте. Кстати! Послушай, Кать! Mm-hmm. А ты знаешь, что мы с тобой сможем сделать в следующей серии? Что? Таким же способом ты сможешь кинуть трезубец конячку и превратить ее в мертвую скелет-конячку. Что такое конячка? Ну, лошадь, в смысле. Господи, конь. Ну... Конь! Лошадь, конячка, ужас. А знаешь, что я хотела в этой серии ну, сделать? Ну, давай. Я хотела найти овечку, что это, кто ты? Противный какой. Вы можете наблюдать сценку. Катя и хейтер встретились на улице. Только почему-то хейтер победил Катю на улице. И растоптал нам все грядки, собака сутулая. Так вот, что я хотела сделать в этой серии. У меня скоро шлем сломается, нужно починить. Найти овцу. Что нужно сделать? Найти овцу, повесить на нее бирку. Я даже специально бирку взяла. И она будет радужно переливаться. Назвать ее там как-то. Ну, я не знаю, работает ли такое в Майнкрафте или нет, но, наверное, мы это с тобой сделаем, но уже, наверное, в следующей. Или хотя... Слушай. Давай сейчас быстренько добежим до овцы и сделаем это. Напоследок, на прощание. Это сейчас страшно, непонятно. Дождь фигачит, молния фигачит. Давай сюда обратно, давай домой. Тогда я пошла шлем чинить. Давай, чини шлем, а я буду чинить сейчас все остальное, потому что у меня и нагрудник почти сломался, и трусы, и носки, и все остальное. Чиним шлем, и спать. Мисс Крипер? Миссис Крипер? Что, где? Это ты, миссис Крипер. Ой, взорвалась. В общем, ребятки, спасибо вам огромное за просмотр. Не надо... Если ты сейчас кинешь трезубец, молния ударит нам крышу, и весь наш корабль загорится. Ага. А не, слушай, все нормально. Это тебе просто нужно быть на улице, вот, чтобы на тебя дождь капал. Только тогда ты сможешь это сделать. Так. Чё ты задумала? Ничего не получилось. Ну, конечно, ничего не получилось, потому что мне нужно вот здесь быть. Вот я буду на улице, вот тогда все и будет работать. Да! Дыра! Заделаем землей. Идеально просто, как будто ничего не изменилось. Картошечку будешь? Взрывная женщина, просто взрывная. Не смей. Да. Да. Па. Наша стена трофея. Что ну? Посерединке скелета, а то некрасиво. Зеленый, белый, зеленый. Па. Па. Вот. Красота. Наши злейшие враги на стенке.